Минувшей ночью в Тирасполе на Западном упало дерево, орех стал сильно крениться еще накануне вечером. К утру, когда во двор приехали коммунальщики, корни дерева взломали асфальт со скамейками. Подробности у Юрия Чернявского. Утро в столичном дворе по переулку Западный началось как на лесоповале. Коммунальщики с целым набором разнокалиберных бензопил разделывают большой орех. Люди забили тревогу еще накануне, когда дерево начало клониться, а корни вспарывать асфальт. Ветви опустились на высоковольтный провод и потянули его к земле. Аварийные службы приехали и огородили периметр вокруг ореха предупреждающей лентой. После полуночи дерево не выдержало и окончательно подчинилось закону всемирного тяготения. Все, свет горел. Свет обычно до часа. И что потом произошло? Ну ничего, упало и все. Ну вы слышали, как оно упало? Ну да, треск, я в окно открыл, я на 9-м живу. Об этом происшествии жильцы написали в соцсетях. Вероятно, именно это и заставило коммунальщиков быть более расторопными. Спецтехнику во двор пригнали с самого утра. Ствол пилили по частям, мелкие ветки дробили в щепу. Все это время за спилом ореха, который посадили здесь больше 40 лет назад, с интересом наблюдали дети. Во дворе здесь вот много детей проживают, которые днем гуляют, бегают? Много детей. Конечно, очень опасно. Дерево сильно натянуло провод, но перебоев с электричеством не было. Правда, вместе с асфальтом орех вывернул из скамейки у подъезда. Что стало причиной падения дерева, неизвестно. Грецкий орех может расти веками, а этот был еще зеленым и плодоносящим. Юрий Чернявский, Виктор Гирля, ТСВ.